На первый путь прибывает поезд Победы. Это целый состав с военной техникой. На платформах установлены легендарная «Катюша», противотанковая 45-миллиметровая пушка образца 42 года и грузовой автомобиль ЗИС-5, так называемая трехтонка. Ретро-поезд Победа с бортовым номером 4287 прибыл на железнодорожный вокзал, где состоялся праздничный митинг. Почетными пассажирами паровоза стали ветераны Великой Отечественной войны и Дальневосточной железной дороги. Победители пришли в восторг и от реконструкции воинского эшелона, и от теплой встречи поездной бригады. Проект локомотива, который носил официальное название «Победа», разработали в конце Великой Отечественной войны. Паровозу присвоили серию «Л» по фамилии главного конструктора Льва Лебедянского. Машинист паровоза рассказал, что все делается вручную, поэтому нужны физическая сила, правильный настрой и надежные помощники. Я здесь не один. Нас здесь экипаж, бригада. И без них я бы ничего не сделал. Конечно, ответственность, гордость. В первую очередь ответственность. Прибывший ретро-поезд открыл митинг железнодорожников, организованный в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на вокзале Владивосток. Таким образом, сотрудники РЖД решили возродить традицию прибытия поезда Победы к празднику 9 мая. Эта традиция будет соблюдаться каждый год. Я надеюсь, наших ветеранов будем чтить память и всем потомкам, которые будем передавать вот эту традицию в городе Владивостоке. В праздничный день 9 мая ретро-поезд Победы впервые пройдет от вокзала до Корабельной набережной и встанет напротив музейного комплекса подводная лодка С-56. Все желающие смогут сфотографироваться у победного эшелона. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.